Всем здарова, с вами Вова, компания Electronic Россия, город Нижний Новгород. А это самая мощная акустическая система на аккумуляторе Electronic 2036 New Pro. Колонка 109 сантиметров, вес 35 килограмм, аккумулятор повышенной емкости 12 вольт 17 ампер. Мы ее уже слушали, вскрывали, проверяли, отправляли Илье на распаковку до упаковки, и он ее сравнивал с JBL 1000. Сегодня мы ее протестируем. Посмотрим, а в конце ролика я покажу, как же на ней поют караоке, потому что этого еще мы не делали. Ну, а конкретно это мы распаковываем и отправляем в город Оренбург для Владислава Геннадьевича. Владислав, привет вам, также в подарок идут Bluetooth наушники от компании Away. Распаковываем. Друзья, я ее распаковал, в комплект поставки сразу идут два профессиональных радиомикрофона для караоке, металлические с чистым звучанием. Инструкция на русском языке, пульт дистанционного управления, сетевой адаптер питания и кабель AUX. Сама акустическая система, высота 108 см, толщина стенок из фанеры 18 мм. Управление все сбоку. Динамики. Два динамика по 12 дюймов, 6-дюймовый динамик и твиттер. Защищены динамики металлической решеткой и внутри ткани. Проверим радиомикрофон с оранжевой кнопкой. Electronic – лучшая акустическая система. Проверим радиомикрофон с серой кнопкой. Купить можно по номеру телефона, который на щите есть, вайбер, ватсап и телеграм. По цену спрашивайте там же. Ну а теперь давайте заценим звучание. Отключаю петличный микрофон. Чистое громкое звучание. Есть приоритет микрофона, а также режим караоке. Друзья, вот так вот здорово она звучала. Это профессиональная колонка от компании Electronic с аккумулятором на 200 ватт. Вес колонки 35 килограмм. Два микрофона, тут уже в комплекте. И крутая цена по промокоду. Промокод узнавайте по номеру телефона, который на счете есть. Вайбер, ватсап, телеграм. Ну а эту колонку мы запаком отправляем в Оренбург, компанию SDEC для Владислава. Владислав, огромный вам привет, как получите, обязательно отпишитесь. Друзья, дальше вы увидите, как на этой акустической системе на улице артисты молодые поют песню. Друзья, ну а ссылку на обзор, где я ее полностью разбираю, оставлю в описании, полный емкий обзор. Со всеми характеристиками, указаниями всех рычажков, что за что отвечает. А также внизу оставлю ссылку на распаковку, двупаковку, или я тоже сделал обзор, сравнил ее с JBL 1000. Ну а далее смотрим, как молодые артисты поют. Погнали! Было в России с далеких времен, чем выше давление, тем крепче бетон. Если опасность державе грозит, становится родина, как монолит. В горниле победы сегодня как сталь, опять закаляется. Россия, Россия,
Друзья, вот так вот здорово. Ребята спели на четырех системах. 2056 у нас забрали. Электроник 2036 также звучал. 2060 и 2053. Ребята молодцы. И вы теперь знаете, как же можно петь караоке на колонках электроник. Причем были штатные микрофоны. Это стандартные микрофоны из комплекта. Ссылки на полный обзор на акустические системы, которые были на тесте, будут в описании. Обращайтесь по номерам телефона, которые всплывают на экране. А на сегодня мы с вами прощаемся. С вами был Владимир и молодые артисты. Пока-пока!